Праздничная атмосфера, цветы и предвкушение новой жизни. Двум девушкам-сиротам Амине и Виктории глава муниципалитета Андрей Иванов вручил ключи от новых квартир. Девушкам уже исполнилось 18 лет, и у них большие планы на будущее. Получение высшего образования, конечно же. Но, в принципе, найти хорошую работу, там, создание семьи и сдать на права обязательно. Вручается Ухачевой Виктории. Поздравляем! В новое жилье можно въезжать сразу. В квартире сделан ремонт и есть вся необходимая бытовая техника. Я, конечно, хочу, чтобы у вас там было счастье, благополучие, чтобы вы там создавали свои семьи, приглашали друзей, близких вам людей. По программе губернатора Подмосковья по обеспечению жильем детей-сирот в 2022 году ключи вручили 17 ребятам из Одинцовского округа. Еще 11 получат их до конца года, а всего за 8 лет новоселами по этой программе в муниципалитете стали 166 человек. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».